Минувшим вечером на перекрестке улиц Сибирская и Октябрьская водитель иномарки Toyota Mark II спровоцировал ДТП. Допустив столкновение с другой иномаркой, он скрылся с места происшествия. Спустя несколько минут уже во дворе 51-го квартала под колеса этого же автомобиля попала девочка. Водитель выходить из машины не стал, выглянул, сказал пару слов нечетким голосом. Предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения. С ним была девушка также. После этого он закрыл дверь и продолжил свое движение. В результате ДТП девочка получила травмы. Это ушиб голеностопного сустава. Ей была оказана медицинская помощь. Ребенок был отпущен домой. На поиски нарушителя у инспекторов ГИБДД ушли почти сутки. Его обнаружили сегодня днем в поселке Зверево. Сбил ребенка. Почему вы не остановились? Испугался. Вы понимали, что вы оставляете ребенка в состоянии опасном для его жизни? Да. То есть это вы осознавали? И при этом все равно скрылись? Нет. В смысле нет? Ну, я не думал, что так это. Что серьезно. Судьбу нетрезвого гонщика будет решать мировой суд. За оставление места ДТП он может лишиться прав. Кроме того, ему придется заплатить штраф или отсидеть до 15 суток.